Привет, друзья! 13 октября 2019 года. Как-то я раз пробовал выращивать можжевельник из семян. Ничего у меня не получилось. Ну, может быть, надо было ждать 2 года. Но я узнал, что если собрать семена недозревшие, зеленые, то они прорастают первый год. Вот хочу проверить. То есть я сейчас соберу, как вот и зеленые семена. Ну, это не семена, понятное дело, ягодки. И соберу вот те синие. И посмотрю, прорастут ли зеленые за один год. Привет, друзья! 7 декабря 2019 года. Я начну стратификацию семян. Начну ее с можжевельника. Здесь вот недозрелые ягоды, которые зеленые, и синие, которые я сам собирал. Это можжевельник обыкновенный. Также здесь еще немного совсем ягоды вот лежат. Это барбарис. Ягоды у меня сухие, поэтому сейчас я их замочу, не знаю насколько, пока они не станут мягкие. Я думаю, не меньше 12 часов потребуется. Ждем размягчения ягод. Прошло 2 суток. Чего я не ожидал, так это того, что зеленые семена начнут дозревать и менять свой цвет. Вот эти вот семена были зеленые. И теперь, чтобы не перепутать вот эти вот недозревшие с дозревшими, которые вот имеют более насыщенный синий цвет, я их сейчас разберу по разным емкостям. Возьму 2 100-граммовых стаканчика и в один положу недозревшие, в другой дозревшие. Синий в один стакан, а бывший зеленый в другой. Рассортировал ягоды. Здесь у меня зеленые, недозревшие. Здесь у меня синие, созревшие. Оставлю еще на сутки, потом буду выделять семена. 3 суток у меня пролежали ягоды в воде. Очень плохо они набухают, но они набухли за 3 суток. Ягоды, которые были зеленые, недозрелые, они за 3 суток все посинели. Вот справа я уже достал семена из недозревших ягод. Значит, как я доставал и чистил семена, я в этом видео не буду рассказывать. Об этом есть видео на канале. Кому интересно, можете посмотреть. Ссылка на это видео будет под описанием и подсказка наверху экрана. Теперь мои выделенные и очищенные семена готовы к стратификации. Но я заметил одну интересную вещь. Как обычно, часть семян утонула, а часть семян плавает. Поэтому я их разделю на 2 части. Отдельно буду стратифицировать те, которые утонули, и те, которые плавают. Посмотрим, что из этого выйдет. Стратифицировать будем в агроперлите. Самый простой способ создать необходимую влажность для стратификации – это взять мелкое сито. Вот такой у меня емкость. Положить сито на эту емкость, насыпать сюда горсть агроперлита и после этого промыть его. Можно под краном, можно, как я, из пульверизатора. Мы избавимся от мелкой пыли, которая там есть, и хорошо его промочим.
На дне белый осадок – это пыль, которая была в агроперлите. Потом взять бумагу и высыпать этот промоченный агроперлит на эту бумагу. Распределить тонким слоем и оставить минут на 20-30, пока бумага не впитает лишнюю воду. После этого влажность этого перлита будет идеальна для сортификации. Подготовлю пакетики. Значит, у меня будет 19. Так, и мы напишем, что это у меня зеленый. Ну и также здесь. Так, агроперлит подготовили. Значит, он должен быть влажный. Он должен быть влажный на ощупь, но рассыпчатым. То есть вот. Он как бы имеет какую-то сыпучесть. С него не должна, разумеется, капать вода. Берем пакетик, где у нас написано «плавали». И пару ложек больше не надо на такой объем семян агроперлита. Ну и давайте будем вылавливать те, которые плавают. Плавают где-то 50 на 50. Всего у меня 80 семян получилось. Закрываем зип-пакет и перемешиваем семена с агроперлитом. Все, теперь семена находятся во влажной среде. Раз в неделю я их буду проверять, смотреть, не появилась ли какая-то плесень или грибы. Уберу сейчас этот пакет на нижнюю полку холодильника в отделение для овощей. Напомню, что это у меня были плоды, впоследствии с которых я доставал семена можжевельника обыкновенного. Ну что, на этом пока все. Пожелайте мне удачи. Я пожелаю удачи вам в выращивании можжевельника из семян. Пишите в комментариях о своих успехах, неудачах. Я же буду вам рассказывать, что происходит у меня. На этом пока все. Спасибо всем, кто смотрит. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях. Впереди еще много интересного.